Здравствуйте, подписчики и зрители наших каналов. С вами Евгений. Всем алоха. Да, и Максим, то есть я. Мы продолжаем прохождение замечательной игры, стабильной и офигенски классно переведенной. Ван Хельсинги, приключения Ван Хельсинга в Восточной Европе. Сейчас на моем экране вы видите ловушки, которые я поставил в логове. Для зрителей Жеки их много, и они везде. И сейчас мы побежим вместе с Жекой. Это я коротко описал, то есть не обязательно заходить на мой канал, чтобы посмотреть, о, как он классно поставил ловушки. Я их просто напихал, куда смог. И пока не закончилось место. Да. И я несколько хихикал, когда думал, как они будут шинковать наших врагов. И теперь мы должны поговорить с господином Владом. Мы говорили с ним в прошлой серии. И начнется атака на наше логово. Ты готов, Евгений? Yes, of course. Ага. Я тепло встречу наших гостей. О, смотри, тут этот есть самоуправление. Автопилот. Тоннели, канализация. У меня зависло все. У тебя что-то происходит? Да, она говорит, дом, милый дом. А кроме этого? А кроме этого я стою на месте и не могу ничего делать. Я тоже. А ты бегаешь туда-сюда. Да. Ну, все, мы посмеялись, игра. Можешь прекращать, ересь сделать, все. Хватит, я сказал. Ну, мне уже надоело, как ты туда-сюда. Ты прибегаешь к нам, потом, ну, почти добегаешь до лестницы, а потом луна. Окей, и мы продолжаем. Пошли. Монстры уже идут на нас. Где? Ты направо, я налево или как? Не-не-не, вместе пойдем. Ну ладно. Монстры, смотри, сколько красных точек на карте. Это вот смотри, это я так поставил ловушки. А где ловушки? А вот видишь, вот. А, вижу, вот, светящиеся, да? Да. Не подпускаем, потом у них, наверное, реген какой-то долгий, может. Не стой на этом месте. Там тоже ловушка. Ну зацени, видишь, пол выезжающий из этого. Видишь, огнеметы. Огнеметы вижу. Вот огнеметы вообще мега. И я вижу. А, это оборотень наш, смотри. Да, я тоже думал, что он какой-то левый. Вриколак. Слушай, прикольно. Ну да. Ван Хельсинг и оборотни всегда были чуть-чуть там поблизости, недалеко друг от друга. Слушай, крыс только, ну, блин, Фульмигати ничего не мог поприличнее придумать. Крысы. Ну это, блин, вообще как-то смешно даже. Против Ван Хельсинга убийц. А, вот это уже нормально, когда проблины пошли. Я тут смотрю, что нам нужно сейчас будет отступать на самом деле. Пошли эти у нас уже хоббиты. Мы, ребята, друг от друга далеко не отходим, потому что игра может начать лагать и вообще говорить нехорошие вещи про нас. Поэтому мы пока стоим здесь. Возможно, там с другой стороны тоже на нас идет волна. Упыри. Да, но я думаю, нам бы об этом написали. Ну, я думаю, что нам бы написали, когда к нам этот Дракула, знаешь, давай, сын Дракулы сказал бы так. А, ну да, пись. А давай, может быть, отойдем подальше оттуда. Сейчас здесь у меня огнемет, электрический пол, так, все дела. Все. Волна завершилась. Так, есть поместить в ловушке, есть призвать волну. Ну, короче, в ловушке мы помещать не будем. Призовем волну. И до сих пор идет, блин, и шел, уже нет. Все, вижу, да. Все, поехали. Так. У тебя есть еще ловушки поставить, может, надо? А, мне места не хватит. То есть у меня этого не хватит генератора. Давай призвать волну. А откуда она будет идти? Кто знает. Вон, смотри, снизу идет. Да. Знаешь, я думал о тайном убежище. Это станет прекрасным убежищем. Я только что подумал, что несколько милых ковров может сотворить чудеса уюта. Еще гашиш вытащить, да, сюда? Я не знаю, девочек позвать. Давай отойдем, слушай, вот сюда, где электрический пол. Чтобы они стояли на электрическом. Я люблю месиво. А. Ну вот они будут месиво на электрическом полу, смотри. Сейчас у меня подвисло, все развисло. Ну, что-то они не идут на электрический пол. Вон тебе, я этих людокрыс заберу, ты черненьких, я беленьких. Часть машины. Не знаю, я всех беру. Да. Кого вижу. Твоя сотня слева, моя сотня справа, да? Это в какой? Где было?
Да, это и было, и, допустим, «Дети Шпиона», там, ага, такая вот тоже была, там, «Роботы», вот это вот. А это во многих таких юмористических фильмах было. «Мачете», может быть, такое было. Хотя мне «Мачете» сам не особо понравился, но реально, на кишке выпрыгнуть, на кишке в окно, и вот это вот прилететь, но я понимаю, что она длинная, но она не крепкая настолько, сколько показали ее. Ну, ты это «Мачете», это трэш, ты ничего не понимаешь в трэше. Трэш призван для того, чтобы нарушать законы. Это чересчур. То есть «Мачете» не смсит. Это, да. это. Так, это смотри, чересчур. Смотри, там ребята прорвались с другой стороны. Вот и иди, я догоню. Ох, Йоа! Не ладно, гоню. Я вот этих снизу возьму, а ты с верхних бери. Да, я верхних догоню. Я думаю, я тут расправлюсь потихоньку. Хотя и к тебе побежала кучка неплохая стреляющих. Так, все, почти всех завалили моих ловушки. Ну, оставшихся я добил. Людокрысы, не идти туда. Так, есть. Я к тебе иду. Это месиво. Вообще, круто. Обожаю такое. Упыри, куда шли? Я спасу тебя, я спасу тебя. А, черт, я не спасу тебя, я валю тех, которые в другую сторону пошли. Давай, давай. Слушай, мне это больше и больше нравится в Ван Хельсинге. Да, это вообще круто. Это вот то, мега, что именно не ожидаешь от игры. И она внезапно появляется. Так, на меня сейчас свалят. Так, тут упавший люд, этот. Упырь, я его подниму. Я тебя поднял. Такой. Так, я беру этих черненьких. Я вообще сейчас в другом месте. А, нет, смотри, с другой стороны, просто недалеко. Да, я добиваю тех, которых прошли. Прототипы. Почему здесь нет, как в Ведьмаке, там общий бой? Ну там, как там? Ну там есть быстрые, для тяжелых противников, для ловких, для много противников. Это он наверняка тоже бьет хорошо для многих, но тем не менее. У меня же экран трясется, такой, знаешь, заляпанный кровью, да, такая штучка. Ну, у меня пол заляпанный. Да, у меня пол тоже заляпан. Так, о, я гипан. Беру тех, которые с другой стороны. Эти, громилы, ну, франкенштейны мы их в прошлый раз называли. Ну, ты там стой, я других беру, а, с другой стороны. Ловушки помогают мне. А я их поджал, они большие, они мимо меня не могут пройти, я их поджал с собой. Фигачу. Тут, конечно, их куча. Да, прикинь, дальше бегемоты эти пойдут. Ну, не бегемоты, а как там... Ну, великаны вот эти. Как-то же перевели уже. Чудища их перевели. Да. Или чудовище. Чудище вроде, да. Громила. Громила. И прототип остался. Куда ты бежишь? Стой здесь. Все, я к тебе. Я почти всех... А, нет, еще идут. Так, упыри, куда собрались? Вот этот месть ваш, порево жарево вообще. Ага. Слушай, зацени, как я хорошо расставил ловушки. Одна из трех стоит на месте. О, смотри, здоровые эти, громилы. Так, все, вроде не идет больше никто. Вроде не идет. Смотри, волны две из трех. Так и было, две из трех до этого. Ну да, мы вторую запустили, сейчас еще третья останется. Третья, наверное, самая, это, самая мощная будет. Волна, да, все. Три из трех. Ну, сейчас с третьей пойдет. Типа, да, третья, да, пойдет. Нет. О, тут двое стали. А чё это? Глюкнувшие. А, это глюкнувшие, у меня их нет, поэтому все норм. Так, хорошо. Так, давай, знаешь как, давай начинаем, пускаем следующую волну. Да, пускай, я вот здесь стану, и потом... Откуда? Так, вот отсюда берем. Я оттуда побегу, вон оттуда пошла. И третья снизу еще пошла. Я пока здесь возьму, а потом буду отступать, если что. Да, мне кажется, надо их как-то... А, нет, снизу не пошла, еще одна третья. А интересно, они на кооперативе, они увеличили количество волн? То есть вот это вот, конечно, все интересно, но это как бы не челлендж, да? То есть мы их валим без особого труда. Там один прошел у меня. Блин. Ага, один идет, но его убьют ловушки, скорее всего. Может быть, а может нет. Ну, я думаю, что один это не так страшно, его там Дракула в конце концов завалит. Да, но он... А, крыса убежал!
Мне не говорили, что здесь придется убивать крыс. Блин, еще один прошел. Двое даже. Да, двое. Трое у меня прошли. О, ух ты, им вообще пошло. Слушай, давай где-то станем в другом месте, потому что там еще отступаем. Две кучи. Отступаем. Я отступаю, да. Я отступаю. Я Катарина вот становлюсь вот здесь вот. Вот видишь, где я стою? Тоже иду туда. Хотя, мне кажется, в другую степь я пойду. Я пойду выше. Да, видишь, куда они идут, да. Я здесь возьму две, а ты там еще одну. Капец, они вообще поворачивают. Слушай, мы не сдержим последняя, там большая. Сдержим, из всех вызов. Сдержим. Отставить панику. Где шлюхи? Я покидаю Титаник. Отставить панику. Давай их уже, вали. Так, я иду куча к тебе. Прошла, блин, большая. А, нет, я иду вот кучу ловить. Там куча большая ушла. А, они исчезли. Они дошли исчезли. Ну, то есть, скорее всего, знаешь, как нам засчитывался минус. Ага. Мы их пропустили. Или мы придем, а там дохлые, прикинь, некоторые люди будут. Ага. Слушай, у тебя там прошла кучка, ты двое. У меня двое прошло, да. Иди на ту сторону, да, я возвращаюсь обратно. Я просто думал, что все уже не будет. Так, ну вас, ребята, я встречу. Так, я их подпер, вроде ничего, так держится. И вас, ребята, я встречу. Не, вот это да, вот это челлендж, смотри. Еще. Да, вообще просто мега. Варкнехт. Так, свалился. В узком проходе, ты как 300 спартанцев, блин. А, только у нас 2 спартанца. Ну да. И 2 спартанки. Да, меня сейчас будут чуть-чуть сваливать. Так, ох, у меня опять кучка пошла. Ход осады. А, смотри, у нас вот ход осады, и там полтора землекопа. А, это, видимо, кто прошел, кого убили, что ли? Да, кто прошел. Ага. Кто прошел к нам. Ну стойте, крысы, куда вы? Так, у меня проходят. Пока нет, но сейчас будут. Ты выше поднимись, да. Там стой. А у меня здесь оптимальный вариант стоять самый. Офигеть, порево вообще. Слушай, я безумно рад, что они пофиксили всех. Да, я тоже рад. Я рад, что они пофиксили игру. Это круто, да. Ребята, молодцы на самом деле. Если бы не идусы, которые им код писали, это вообще супер все было бы. Ха-ха, я их поджал под твоим огнеметом, и они все шкварятся там. Так это здорово же. Ну да. Я обычно не даю им дойти. Это моя... Катарина, блин, двое прошли. Они сгорели. Да, вот я. Это вообще... Надо было немножко по-другому ловушки поставить на самом деле, но ладно, уже без разницы. Так, я вроде отстрелялся. Че, капец. Месиво такое. А прикинь, один. Один это вообще тут жестко. Ну я думаю, что они в два раза меньше было бы там, ребят. Хотя, может быть, нет. Кто знает, у меня аж подлагивает игрушка. От такого количества мобья. Так, у меня все норм. Я держу, в общем. Да я тоже вроде как неплохо справляюсь. Пока. Так, посмотрим. Кач, как это мило. Ага. Это данж наш. Мы тут качаемся. Пульмигать и давай посложнее такой типа. Эпик режим, эпик. Да. Ну мы играем на средних настройках. А черт, меня чуть не убили. Потому что на герое, как мы, я думаю, не это. Ага, мы бы ее проходили 3 месяца, да? На герое, как вообще бы нереально было бы играть в коопе, это такой режим, что там запрещено в кооп. Так, я всех свалил. Чудище одно осталось, все. Одно чудище осталось, и у меня почему-то горит в самом начале двое, трое чубриков. Пойду посмотрю, что я там. Да, у меня тоже. Сейчас разберемся.
Что? А, тут вот, о, два чудовища. Три чудовища. Они решили не идти, в смысле, они за это. Да, да, ждут. Подмог. Помощь, помощь, нам нужна помощь. Чувствуем, у нас проблемы. Это был бы классно отвлекающий маневр, на самом деле. Да, мы типа этих, а там со всех сторон попёрло вообще. Каша. Это жестко, да. Вроде все. Да. Yes. О, фак, ага. Это вот и есть этот фульмигатор, я так сомневаюсь. Нет, это Бендер, Бриду. А, Брида, да, кстати, возможно. Откуда они попёрли? Я не вижу. А, вот они. Ох, ё, они под ТП-шатся. Я что-то этого не ждал. Ёлки, какие они мощные. Такому жизнь меня не готовила. Ага. Я беру Бриду. Я беру Брида, Брид, стой. Я беру тайм-аут, спасите меня кто-нибудь. Брида, стой. За мной, а, меня все сейчас повалят, свалят. Так, меня чуть-чуть не свалили, я отступаю в центр. И перегруппировываюсь, и начинаю их валить. Вроде двое бью пока. Они тормозят жестко причем. Один убежал к тебе, и второй побежал к тебе. Не, меня сейчас свалят, если они ко мне будут бегать, они меня свалят. Слушай, они к тебе все бегут, они на меня не обращают вообще внимания. Они бегут ко мне, потому что я ближе к центру. Брида, стой! Они не реагируют на меня вообще, этот Брида. Нет, я не могу, я даже одного не могу свалить. Не реагирует, он на тебя охотится все время, этот Брида. Так, вот ладно, здесь я и умру. Так, пафосно, давай, иди сюда. Давай, пафос. Брида, стой! Ты не умрешь, я подхилял тебя чутка. А, здорово, спасибо. О, Брида, блин, Брида здоровый. Брида ей, да. Отключение ловушек, смотри, у этого козла. А, он отключает ловушки, да? Да. У него способность такая, типа. Угу. Блин, не иди туда, там громила и чудовище. Сейчас они еще нападут. Так, ну что, вроде удачно, пока мочим его. Если бы он еще стоял на месте, засранец. Да, это если бы он еще ловушки не отключал, я бы поставил его рядом с огнеметом. Ну, вроде не, сейчас завалим, да. Чуть-чуть осталось ему. Все, Брид. У меня аж игра залагала. Defender of Lair, а чисто перевести. Да, убить генерала, тварь по имени Брида. Здорово. Давай на этом сделаем паузу и потом побежим дальше. Угу, я тоже. Все. Так, вот еще два вот этих замочим, или они тут стоят. А, понятно, это заглючившие. Не, глючивших мы убивать не будем. Так, я надеюсь, что это была последняя волна. Да, последняя волна, последняя защита нашего убежища. У меня один квест написан, только соберите 8 болотных цветов. Да, у меня тоже. Ну, там, видишь, еще можно сдать, внимание, взять еще один. Мы сделали это. Окей. Мы победили механического генерала профессора и уничтожили армию. Какие планы на день? Остальной день? Нужно нанести ответный удар, пока не зализывают раны. Наконец-то, месть и резня. Теперь это больше похоже на Барговию, которую я знала. Фумигати скрывается где-то в старом городе. На этот раз мы нанесем ему визит. Так, Влад. Квест. У меня новость, Иван Хельсинг. Профессор бежал во дворец машин. Что? У машин тоже есть дворцы? Это всего лишь причудливое название для большого зала, в котором они недавно открыли научную ярмарку Барговии. И зачем он туда отправился? Ну, боюсь, тебе не понравится. Одно из чудес на экране — это прототип нового автомата, механического колосса. Мне это не нравится. Тебе не это нравится? Да не особо. Ты пытаешься сказать мне, что у него есть гигантский механический солдат? Она не работает. Пока что. В любом случае, Фульмигати называет его автоматом судного дня. АК-74. А плохой знак, поверь мне. Наверное, он правда в отчаянии. У нас нет времени. Мы должны его остановить, прежде чем он заставит машину работать полностью.
Слушай, мне кажется, нам придется с ним драться. Да, с автоматом. Именно с вот этим большим автоматом. Судного дня, да. Так. Сопротивление возвращает улицы Баргови. Разве это не чудесно? Все эти храбрые солдаты, льющие свой пот, вкусную, приятную кровь на... за свой город. Да. А что собираешься сделать ты? Давать советы и запас на глубин своего кресла? А, ты знаешь меня слишком хорошо. Координация и стратегическое планирование. Это тяжелая ноша, но кто-то должен ее нести. Твоя решительность поразительна. Если я понадоблюсь, то я буду снаружи, сражаясь в настоящем бою. Так, с этим все вроде? Квест у него да, не вроде горит. Бы, да. Да, и там у еще... нас остался отправиться в Глориан с машиной. Тут еще квест горит над этим, над алхимиком. Один из моих коллег-ученых по прозвищу Доктор придумал, как улучшить оборотни. Солдаты ловят чудовищ и убивают их, а затем оборотни оживляют с помощью электричества. Наука! Наука? Кошмарная наука. А почему это должно меня интересовать? Потому что над одним из этих чудовищ проводили дополнительные эксперименты. Оборотень сбежал и собирается уйти в горы. У него могут быть бесценные сведения. Я слышал, что сегодня ночью оборотень появится в порту, в трущобах. Ну что ж, звучит заманчиво? Возьмем квест? Ну давай, да. Почему бы и нет? Да. Больше крови. Так, еще и квест. А, нет, все. Вскоре вы будете телепортировать. Происходит? Я остановил запись. Я тоже. Это Катерина у нас добрая, она, блин, поле защищает. Злая. Так. Упыри. Реально похоже на этого голума. А, да, только больше. Чуть-чуть, да. А твоя Катерина, ее нужно перевести в другой режим, потому что она пока стоит и ничего не делает. Ну, у меня она фигачит издалека. А, ну да, ну ладно, тогда это только у меня так. Такие вообще, как прям вот из игры Remember Me, если играл или видел, то вот такие вот потерянные вообще люди. Ёлки, сколько у вас, ребята. Да, дядька. Не, я Remember Me начинал смотреть пару раз, но, честно говоря, не... Ага, вот что-то меня убивают. Эй, какая-то червяки гоняются за мной. Слизни. Да, их зовут Ликвидатор. Ликвидатор. Это типа Лангольера, что-то такое. Что-то, да, а эти большие квитонусы, как-то так. Квитонусы. Что же они ликвидируют? Фекалии, что все, ли? Они ликвидируют все. Они съедают остатки трупов, например, которые убили. Они съедают остатки, не знаю, не трупов, которые были. Они вообще все ликвидируют. Это же эти ликвидаторы. Они даже неупокоенную баронессу могут ликвидировать. Да, ну сейчас я тоже помогу им. Мифический удар молнии, кольцо молнии. Вот сейчас меня кольцо молнии фигачат хорошо. Давай, я валю баронессу, все. Баронесса закончилась. Так, ребята. А как Remember Me вообще интересно? Неплохое, но, как бы, не знаю, мне чуть поднадоело под седину. Mm-hmm. То есть она... Меня добивали... А, блин. Гигантский ликвидатор. Там вот эти вот голумы, тут упыри, mm-hmm. а там лепари называются. Mm-hmm. И меня эти лепари добывали, которые надо включать свет, чтобы их убить. Они меня просто выносили мозг. Еще плюс у меня, у тебя или у меня, у тебя, Катерина, умирает почему-то очень дико быстро. Регенерация повышена, а я с дыханием. Нет, я не стал. У меня Катерина такая, она умирает. И меня тоже фигачит, хорошо. У тебя есть лекалка? Да, в смысле, да. Да, подожди. Не используй ее. А, это гигантский ликвидатор чемпион, понятно. Так, лекалка, ты имеешь в виду этот скилл. А я думал, ты имеешь в виду этот банки. Не. Я, кстати, понял, что это не твоя Катерина тупила, это моя Катерина тупила. Я не знаю, почему она переключилась обратно. Потому что вроде все было нормально. Репутация повысилась, это важно.
вы из Ван Хельсинга, убивающий всех чудовищ, стали Ван Хельсинга, убивающий абсолютно всех чудовищ. Ван Хельсинг, убивающий гигантских. Крутонос. То есть, я думаю, все это время они придумали название монстров. Наверное. Такие, дерево шейката, подождите, подождите, еще нет локализации, а 7 минут, блин, как этого упыря назвать? О, точно, упырь только. Не может быть, да ладно. Дедлайн, нам нужно придумать классные названия для монстров, да потом. Этот так. Монстр один будет, этот монстр два, этот монстр три. Нет, давай всех назовем просто монстр. Не, ну это как-то слишком сложно, если запомнят. А давай некоторых монстров, а некоторых чудовища. Слушай, я понял, кто вот эти ликвидаторы. На самом деле, это как из Футурамы с Лёрн делали вот эти вот. Не смотрел. Ну я Футураму смотрел, но именно вот это вот что-то я не понял. Там старики, они поедали всякое говнище и делали напиток, который, ну что-то типа, знаешь, аналогии Кока-Колы, только зеленый. Да. И там вот это они делали такой слёрн. Молодец, слушай. Ребята, слушай, бизнес. О, что это за... да. Закольщик. Закольщик. Мне кажется, сейчас нас заколят. Кольщик, набей мне купола. Только не меня, не забей, блин, до конца. Слушай, они мощные. Да, блин, я от них уже бегаю тут, я не знаю. У меня вообще как-то, не знаю, несбалансированное, мне кажется. Это все как-то сделано, потому что меня валят постоянно. А тебя нет? Ну меня валят, да, но я по откату юзаю. Я тоже, но... То банку, то... Мне это не помогает. Мелку. Вот опять. Воскреснуть здесь. Воскреснуть. А, ты того, да? Да, я чуть-чуть не успел. Да, блин, что ты не стреляешь, друг? А, все нормально стреляешь. А в этом, в Remember Me, как там с этими, с воспоминаниями? То есть я смотрел трейлер, где она изменяла воспоминания, да, вот из-за это этого... Это так, но этих моментов всего, кажется, вообще 4 в игре. Угу. В самом начале, в середине 2 и в самом конце, короче. Угу. По сути, они смотрят вообще шикарно просто, угу. Знаешь, как бы... И ты, когда... Вот я, допустим, второе воспоминание сам делал, остальные угу. не делал, только первое, второе. Второе угу. воспоминание меня, конечно, вообще убило в край. То есть, ну, в плане того, что мы... Ты будешь проходить эту игру? А, я не знаю пока, ты вылетел. А, то, я тебя спросил, ты да. Ты будешь проходить эту игру? Я так, чух, не надо спойлеров. Не надо спойлеров. Так. В общем, там мы делаем неисправимую ошибку в его память. Угу. И он делает неисправимую ошибку в своей жизни после этого, человек. Как бы, и, знаешь, меня это поразило, я думаю, да, блин, если бы это на самом деле было, это жестко. Ну, это вот очень жестко. Управлять миром. Точнее, ты как бог. Угу. Симулятор бога, грубо говоря. Ты управляешь людьми сам. Их воспоминания. Вот да именно. Стой ты, бляха, мух. У меня он вообще не отображается, когда бьешь. У меня бегался. Не знаю, я посмотрел первый трейлер, он был насчет того, что там, знаешь, такой экшен, да, все валить, как этот, как Mortal Kombat, да, и мне вообще не впечатлило. А потом я посмотрел вот этот трейлер про воспоминания, и, знаешь, мне стало очень интересно. То есть вообще очень. Если бы это воспоминание было, думаю, 2/3 игры, я бы ее прошел. Там, знаешь, есть как бы мнемофоны, вот, называется такая штучка. Короче, то есть ты скачиваешь чужие воспоминания, и по их чужим воспоминаниям проходишь в определенную локацию. Uh-huh. Только типа по их. Вот это как бы тоже интересно, но это, грубо говоря, это чекпоинт или просто, знаешь, как будто... Ну, это другой взгляд на те вещи, как будто бы нам кто-то показал. Вот как в Assassin's Creed, в любом там, да, когда он вспоминал... как Эцио, Тропоян или кто там, да, Дезмон, вот что-то типа подобного, просто другой взгляд. Ну, почти то же самое взяли, там анимус, да, это память, грубо говоря, и тут он нужен. Ну, короче, такое ощущение, как будто бы слили Mirror's Edge и Assassin's Creed. Прикольно. Ну, не знаю, я буду играть, не буду играть, посмотрим. Просто она некоторыми моментами нудноватая. Угу. Вот, как бы. И вот это вот, коридорность убивала меня. Что? Коридорность. То есть в некоторых играх, они хоть и коридорные, но их не чувствуют. Вот, к примеру, в Примерке.
Я вообще там не чувствую коридорность. То есть ты, у тебя ощущение все время, как будто ты можешь все время куда-то идти. А там же, как будто тебя реально за руку взяли, вот туда тебе надо. Да, это бесит. Это бесит очень сильно. Вот во втором Ведьмаке я так ходил, есть коридорность очень сильная. Я недавно... Недавно видел игру, как же называлась-то, в Стиме вышла, там гибрид стимпанка, а портала с этим, с мифами о Ктулху. Я не знаю, это по-моему, такую шиза, там, причем портал плохо сделанный, там, то есть видно, что текстурки, они похожи очень на пластмассовые. Там вот, и он, значит, портится, о, ёлки, крутанос чемпион. Он портится, а потом... Да блин, чё меня постоянно убивают? Вы задрали, ребята. Блин, опять на меня. Слушай, они как-то на меня, как говорится, больше, чем на тебя. Это неправильно. Ну я вот этих взял больших на себя, как бы. И они меня тянут. А, ты типа занят, ладно. Потом придем. Мы дадим ему шанс. Как знаешь, в этих эпических фильмах каких-то два предводителя войска сходятся, и никто им не мешает драться, типа, да? Да. Раньше же, да, когда два рыцаря сражались, на них такие большие ски, что если один просто падал, то все, считай, бой выиграл. Потому что он просто не сможет встать в этих доспехах. Его штаты рыцари дадили на них. Не бежал. Представь, сколько веса они на себе тащили. Это капец. Самое забавное, я когда перед прохождением Готики, я читал этот насчет вот этих вот там вот век рыцарства, все такое, и там труп. Это тот волк, которого мы искали. Только его труп. Ненавижу опаздывать. Волк мертв, но нам есть на кого охотиться, на его убийц. С превеликим удовольствием. Да, так. Давайте, а то меня там фигачит. А что скулил кто-то? Такой трищ-трищ. Ты здесь? Я здесь. Я просто этот сосредоточился, чтобы меня не убили опять. А, репутация повышена, это вот эти вот перки. Так, ну, видимо, мне все-таки придется качаться, потому что это как-то уныло меня убивают. Да блин, юзай ты ее. Меня типа кровопийцы дали очинку. Типа что-то такого. Так, мы вообще туда идем. Ой, куда не туда идем. Мы должны убить его. Убейте охотников на оборотней. Тут, понимаешь, здесь все может быть охотником на оборотней. Ну да. Даже вот этот вот упырь. Вот именно ты. Умри. Наверняка ты скрытый охотник на оборотней. Ты думал, мы не найдем тебя, а мы нашли тебя. Как полицейская академия, да? Они массу тут разнос тянули. Помнишь, может, я, блин, не помню. Я помню этот фильм, я смотрел все части, когда был маленьким. Но ты мне, наверное, уже третий человек, который напоминает какую-то цитату с этого фильма, да? Я, блин, да, я вообще ничего не помню. Я помню, там был негр, который говорил битбоксер. И Махоуни. Он все вообще пародировал. И на этом мои воспоминания об этих восьми фильмах заканчиваются. Там этот не играл, кстати, Стив Мартин, такой парень в этом в белом. Таком. Скажи мне, в чем он еще играл? Голый пистолет. А, я понял, этот седовласый. Да, ты, ну, с седой такой. Нет, вроде бы нет. Вроде бы нет, хотя он довольно-таки смешной. Он, знаешь, такой из... У меня почему-то он ассоциируется, хотя нет, нельзя это ассоциировать. Ну, из старой эпохи юмора, такой, знаешь, не молодежного юмора. Нет, Петросян, он реально, он уже пытается молодежный юмор, пытался. Значит, сейчас он его... Я не увлекаюсь его. Нет, ну давай, рассказывай. Да, подписчики. Да. После серии таких 300 камеров. Он смотрит Петросяна, отписываюсь, дизлайк. На самом деле мы не смотрим, мы нам рассказывают. У меня вообще телевизора нет. Мне бабушка рассказывает, что происходит на этом.
миру. В миру, да, я как-то в гости к ней захожу, или мама, или кто-то из родственников рассказывает, да, вот по телевизору вот такое-то показывали. Она такая, да, это представь, такое... на прошлой неделе только в Украину, Русь крестили в Украине, а ты да ладно. Я знаю, что Саша Грей приезжала, а вот насчет всего остального я не знаю. Действительно, это событие, я думаю, не только телевизоры посетило. Или, скажем так, только телевизоры не посетило. Ой, у меня аж подлагало. По-моему, здесь мы закончили, пора возвращаться к убежищу. А, ну что, давай вернемся. Или здесь мы что-то не... А, смотри, вон еще... А, вопросик... Там куча... У нас есть, смотри, куча мест, где мы не исследовали. То есть не на этого. Убийца оборотня. Давай поищем. А, давай. Но мы убили как бы убийцу оборотня. Алло. Типа это убийцы оборотня? Как-то это мало. А, ну да, давай вон там еще, да, вниз сходим, да, посмотрим. Вон там вот лестницу я вижу. А куда мы ходили? Я так понимаю, здесь мы... Блин, у меня так подлагивает. Да, тебя сильно... Противогазами. Да, сильно подлагивает. Мне, знаешь, вот это вот почему-то... Ван Хельсинг мне напоминает Ведьмак. То есть вот почему-то по стилистике своей. Вот именно первый. Мрачный мир такой, да? Да, когда помнишь, там вот был такой всё бордель, плохо. Да. Вот там вот еще квест надо было сделать, что этот оборотень какой. Ага, черт. А, ну не спойлери, это офигенское, да, вообще. Да, я да. Как-то узнал, что на самом деле там было. Я вообще была... Да. Вот именно вот этот вот квест, да, вот этот вот ночной, он мне напоминает вот, и, вот этот вот, вот эту локацию. Так что вот. Ну, меня, конечно, когда я первый раз играл, меня убило просто название бара под крутым Мишка. Это, как вообще можно было так назвать бар? Я не знаю, это что, это под лысым негром, почему не назвали? Да. Ну, Ведьмак великолепная игра, это да. Да, шикарно, без коопа вообще. Ой, Ведьмак. Да, я думаю, какого черта вообще Ведьмак в коопе делает? Оно, блин, а прикинь бы в Ведьмаке сделали кооп. Это было два бы Ведьмака очень... бегали бы. Ну, там, Геральт и... И Геральт. И не Геральт. И какой-нибудь другой, там же много Ведьмаков. Да, я, кстати, еще книжки перечитаю обязательно, то есть... Это мне... Я готовлюсь к третьему Ведьмаку основательно. Я перед первым еще книжки перечитывал, но это было так давно, я абсолютно не помню, что там было. Я помню с первого Ведьмака еще, знаешь, еще с тех пор, когда в игромании выкладывались ролики, то есть они выкладывали свое мнение, то есть это тогда вообще другая игра была. То есть там ее делали на движке из Neverwinter Nights первого. То есть, ну, да. И вот это вот все, вот как это все было, как они все описывали, это 2003 год был или раньше даже. Они же поначалу вообще не хотели про Геральда делать, хотели про другого молодого ведьмака, который ищет приключения на свою пятую точку. А потом они просто передумали, думают, да не, ну надо воскресить ведьмака. Пофиг, что его прокололи вилами, пофиг. Да, да, ты сейчас резко обломал удовольствие от чтения книги там. Ну это... Да, его прокололо вилами, но потом он выжил, не волнуйся, все хорошо было. Ну в игре книга так и не было продолжение по книге. Хотя он обещал Сапковский. Да, Сапковский, я думаю, запилить что-нибудь. Ну он обещал, когда, года три назад еще написать. А я думаю, все равно запилить что-нибудь, я думаю, это сделают фильм. То есть Голливуд. С каким-нибудь Брэд Питтом. Он открещивается от сериала, хотя не, сериал... считаю неплохим, как бы. Ну, не самым ужасным вообще сериалом по книгам. Ну, не знаю, я смотрел сериал первые 5 минут, и я. Может, это не самый ужасный сериал по книгам, но я не хочу больше смотреть другие сериалы по книгам. Меня чисто просто убил в этот. Сейчас похились. Меня смешило только в самом начале, когда из ребенка делали Ведьмака. А, ну, да, ты рассказывал, да, что он кричал. Да, вот это фосфором намазали, светится. Все таки вау! Это слышал. На самом деле, хотите поржать, посмотрите старые ужастики. И вам сразу... это лучше новой комедии. Новой комедии. Да, блин, давайте уже, баронессы, валите и валитесь. Тут столько ужасов. Да, так. Наконец-то. Мусорки первым делом как ковер. Я просто недавно пересматривал Футураму, и меня что-то поперло. Я Футураму смотрел очень давно, очень-очень давно. Я, кстати, себя обжужу, то ли очень был, то ли... Тебя жутко глючит. Теперь? Надо медитировать. А, мы все зачистили, да?
Да вроде все, осталось только идти вверх. Ну, да. А, наверху еще что-то есть, да? Ну вот здесь. Угу. Вот сюда. А, вон еще, ё-ма. Так, тут ничего. Блин, как все красиво. Я бы хотел, чтобы в этой декорациях была какая-то РПГ. То есть нормальная такая РПГ, где нужно было не убивать мобов, а РПГ. А, ну понял. Квесты там, принеси мне золотой пакетик, дам одну монетку. Принеси мне монетку, дам тебе два золотых пакетика, да, все такое. Это сейчас описываешь жизни покупателей кокаина, да? Не, я говорил, принеси золотой кубок, я тебе дам одну монетку. А, мне показалось пакетик, извините. Давай, крутонос, вались. Еще меня напрягает немножко, что вот знаешь, как новые какие-то игры, кучу обещали этим летом, и что-то ничего не выходит. То есть там и Амнезия вторая должна выйти, и Outlast, и Chart of Days они должны все-таки допилить. Я стихотворение ему посвятил после Нового года, это было эпическое, это было на тему «В лесу родилась елочка». Так, все что ли? Не знаешь, что... Что все игры хорошие действительно выходят. Мне-то уже пофиг, мне-то. Одна бывало, что все нормальные более-менее игры выходят именно осенью. Когда нормальные люди, именно такого возраста игрального, идут в школу, в университеты там, да. И вот и нормальная выпускать, ну вы ее прикалываетесь. Не, ну в принципе нормально, им же не летом выпускать в сезон отпусков. Это меня еще удивляло, что вот эти ребята хотят игры выпустить летом. Еще какой-то жуткий ужастик должен выйти. То есть вот наанонсировали кучу всего и ничего не выпускают. Ну нет, здесь нечего. Почему нет? Ну не летом, не весной. Осенью, точнее. Весной. Не, ну весной не до игр. Да-да-да, поэтому не всегда до игр. И зимой. Так, давай, знаешь как, давай на этом серию закончим. А в следующей серии мы уже пойдем обратно в убежище сдавать квесты. А, ребята, всем спасибо за просмотр. Вы не представляете, как мы рады, что Ведьмак наконец-то работает, и мы можем его записать. Скажи, как мы рады. А, Ван Хельсинг работает, тем более, и мы можем его записать. Скажи, как мы рады. Вот его сейчас вообще не было слышно из-за скайпа, но тем не менее, мы рады. Да, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, как вы любите наше прохождение. Удачи!